Здорово, Metalhead! Желает успеха тебе, Макс Вехов! Макс Вехов желает тебе успехов! Покупай на Фростере, продавай на Фростере, пользуйся новой почтой, верь в позитив. Вот, получил посылочку, вчера заказал, оплатил, и сегодня вот получил как и хотел. От такого чувака, как Бавине 88. Ну, я, честно говоря, попросил его, ну, чтобы он это мне номер ТТНки скинул. Ну, я так переживал, блядь, думаю, неужели, блядь, чувак это не отправил мне нихуя. Вот, когда, как я просил, ну, человек, видно, ну, не очень такой ответственный, видимо. Сейчас посмотрим. Вот, 35 гривен нормально, как бы. Вот. Сейчас посмотрим, как запаковано. Мой ник тоже Warhol, я тоже продаю там. На этом самом. На Фростере. Поэтому рекомендую. Покупаю и продаю. Мне, например, многие даже вперед диски присылают, потому что знают, что я всегда заплачу. Никуда я не убегу. И все такое. Так, ну, кулечек пригодится, в принципе, не знаю зачем. Ну, для чего-нибудь пригодится. А может, выкину. Так, сейчас посмотрим, как запаковано. Ну, написано все, да. Так, чтобы не перепутать, видимо. Сейчас посмотрим, что тут. Вот, я вообще-то у него еще там кое-что хочу купить. Вот. Так что рекомендую все-таки, наверное, покупать у него. Так, ну да, тут мы договаривались. Я так давно ждал этот диск. Вот. Вот, сейчас посмотрим, да. И попросил, чтобы он отдельно... Ну да. А, ну да, вот этот, да, ну да, 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 да. Я у него еще один диск куплю. О, кулечки, смотрите, все запаковано, отлично. Идеально, сказал бы так. О, фирменный диск, блин. Мой любимый альбомчик. Ого, нифига себе. Ну, это заменю. Ох, нифига себе, слушай. Класс, классно сделан, блин. Гигипак, блин, фирменный. О. С буклетиком все. Все супер-пупер. О, все отлично сделано, да. Мой любимый альбомчик. Factory. У меня уже 3-4 или сколько альбома есть, те, что мне нравятся. И вот еще один. Вот. Ну, я его попросил, чтобы, так как держатели там сломаны, попросил, чтобы он мне прислал как-то, ну вот, Слиме прислал мне отдельный диск, чтобы он доехал без проблем. Огромная ему благодарность. Все сделал вовремя. Ну, жаль, что, конечно, не сообщил мне, потому что я человек нервный. Скажем так, потому что люблю общаться с людьми, конечно, более тактичными, ну, как бы, чтобы присылали, или, ну, телефон же дал, позвонил, а он свой телефон-то не оставил. Я бы мог, конечно, был бы у меня его номер телефона, я бы по номеру телефона вычислил бы, ну, позвонил бы ему, например, все. Диск вроде не убитый, скажем так, вот я так и смотрю. Не видно, чтобы он был там вообще убитый. Сейчас мы лупу принесем. Это хоть фирменный, блядь. А что-то дешево, 80 гривен, блядь. О, что-то дешево, конечно, за 80 гривен даже в этом, как его. Поэтому надо посмотреть. IFPI тут есть, нету, блин. Тут Roadrunner, блин. Вроде фирменный, надо будет на Discogs посмотреть и на этом, на сайте Roadrunner, как оно там должно выглядеть. Что у меня
вообще похоже на фирменный, блядь. Ну, коробка, понятно, что был этот самый дигипак фирменный, то будет понятно, что не пиратский. А вот FPI тут есть. Есть FPI, да? А тут на пятачке. Еще должен быть один FPI, по идее. Ну, я уж это так не вижу, потом на свет посмотрю. Ну, короче, все сделал как надо. Еще и слимчик подогнал мне. И как бы, о, еще у него там диск один куплю. Сейчас финансов нема лишних, так сказать. Вот. А так он, получается, не держится, да? Ну да, блин. Вот так было бы все классно, слушай, если бы держался. Ну, у меня эти есть, как его. У меня есть эти самые, но не знаю, правда, как самому поменять эту самую. Аккуратно. Есть у меня эти самые. Где они там? Есть эти самые, там покажу. Ну, я их не продаю. Я там хотел, чувак, купить один Жондо. Вот, смотри, у меня есть тут для дигипаков. Вот, желтый сюда подойдет. Можно этот поставить. И будет, наверное, малек выглядеть тут, вот, например, вот так. Опа. Вот этот желтенький сюда подойдет. Переставлю, буду. Балдеть. Вот, спасибо за вот этот слимчик. Коллекцию пойду. Ну вот, вот так пойдет вполне. Подойдет. Поменяю и все. Надо будет подумать, как это делать. Ну все, все, я доволен. Рад, так сказать. Рад, счастлив. Все в порядке, все приехало вовремя, так как и хотел, потому что люблю получать все быстро. И сам такой тоже отправляю. Сразу вот деньги мне перечисляете, и сразу я сегодня отправлю. Ну, понятное дело, если вы до 5 часов успеваете, тогда сегодня и уедет. А если после 5, то отправлю сегодня же, а уедет, наверное, уже завтра. Потому что новая почта так работает. Ну все, всем пока-пока. Желаю успеха, Макс Вехов. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Мой ник Warhol. А, кстати, это играет мой проект Хигевальд. Black Metal. Это кавер-версия на Torn Apart. Также мой проект. Вот, подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Будь в позитиве, как я. И все будет отлично. А, ну да, вот эта версия, да. Вот 5 бонус-треков. Все, всем пока-пока. Пока-пока, все, пока-пока.